Мини-футбольный клуб «Нормана», вторая команда «Торпедо», обыграл в контрольном матче нижегородскую «Вентиму» со счетом 6-2. Команды провели два тайма по 20 минут. Почти весь матч «Норман» контролировал ход событий, однако первый гол случился лишь на 13-й минуте. Молодой игрок Михаил Костраба открыл счет встречи. Следом за ним забивали Александр Гребенщиков, Иван Малинин, Эльдар Мусин, Влад Борсков и Роман Глынин. Эта встреча завершила борский тренировочный цикл, и теперь подопечные Олега Болеевских отправляются на вторые сборы в Городецкий район. Там они проведут спарринг с липецким клубом ЛКС, конкурентом по высшей лиге. Эта встреча примечательна тем, что команды встретятся буквально через пару недель, но уже в рамках старта чемпионата. Так что эта игра будет определенной проверкой сил и готовности команд.